снизу таблицы. Team Just единственные, кто еще не сыграл против Invictus, и у них будет сейчас хороший шанс заработать второй поинт и закончить хотя бы 2-5. У Джастов очень вообще важный период, вот эта третья неделя, потому что у них игра против М19, которую Зак уже сказал, нужно побеждать. Понятно, против Invictus нужно побеждать. И если Джасты эту неделю закончат хотя бы с двумя победами, то они могут претендовать на плей-офф. Если сегодня они проигрывают, ну, допустим, не Invictus, а именно М19, то у Джастов серьезно шансы уменьшаются. Так, баны интересны. Уже? Ну, наверное, какие-то таргет-баны, Севир, Эш, потому что мне трудно понять, зачем. Ну, баны, Севир, Эш, юзабельные баны. Вообще, но вряд ли в первой фазе драфта. Обычно, знаешь, вот, Ник, бывают такие баны можно увидеть во второй фазе драфта, когда уже оппонент взял три роли. Я могу объяснить, почему. Так... почему они так банят. Смотри, они отбанивают Wave Clear. Они отбанивают чемпионов, которые хорошо запушивают волны. Это Аша, она неплохо продавливает линию, это Сивир. И, ну, Лиссандр тоже норм. Что? Да, я полностью с тобой согласен. Я вот так... Нуныч на First Pick. Нуныч метовый сейчас. Да. Хорошо катается по лесу, неплохо. Он такой мобильный. Может быть, Джасты будут пытаться оформить самую быструю игру на Диком Западе. Олаф. Ну, не сказал бы, что Олаф быстр. Как Нуныч? В разборках с вышками, например. Если только у него не один хп. Ну да. Сейчас кого-нибудь Зигана могут вытащить Джасты. Может, не сейчас. Видите? Карм. Опа. Опа. Вот это я одобряю. Карма — это найс. Карма брокен. На топе и на боте. На миде не знаю, Юр. Ты играл на карме на миде в последнее время? Да мне не нравится на миде. Нравится? На топе имба. На топе вообще на боте мне не нравится, и на миде тоже. Я ее в танка собираю, и прям очень хорошо заходит Лулуха. Ну вот, кстати, Лулуху они должны были забанить. Жасты, что не забанили Лулуху? Карма на соло-линии, она очень любит, в частности, на топе, она очень любит дольше линию постоять свою. То есть она любит именно постакать липтомантию, побить, понасобирать предметы там на броню там или на КДР. Лулу я зрель. Кстати, могут карму реально отправить на топ или на мид, взять трэша прямо сейчас и Лулуху наказать на боте. Ага, Кейтлин. Кейта, окей. Кейтлин, карма. Связка очень сильная, агрессивная, давящая. Прям жесткая. Зрелю будет очень сложно бодаться на боте с этой композицией. То есть их будут постоянно запушивать, будут постоянно продавливать. Анхоли, кстати, именно на Кейтлин Анхоли сделал единственный за историю LCL пентакилл. Именно на Кейтлин. Ну, Кейтлин вернулась сейчас. За Кейтлин можно и нужно играть. Удобная очень итемизация у нее. Удобная очень лейн-фаза до сих пор у нее, какая и была. Да, а Кейтлин карма — это, ну, максимальная притча в языцах. Силы линии, которые, знаешь, там, back in the days, 3 года назад, смотришь на вотлей, там Кейтлин карма на 7 минуте вышки нет уже. Да, да, да. Но сейчас, опять же, пластины делают свое дело, вышки сложнее забирать. Мне в этом плане понравился Зикс. Я вот недавно поиграл на Зиксе. А в чем фишка? Зикс, его взрыв-пакет добивает вышку там минимум 25% здоровья, а у текущих вышек Т1 5000 хп. То есть там 1250, она уже там падает. Ну там не 25% всегда. Нарастает. Владимир и Катарина уходят в бан со стороны Team Just Wild Fairy. Практически ОТП Катарина. Да. Не стали оставлять ей этот пик. Хотя он с точки зрения противостояния 1 на 1 против нее много персонажей, много матчапов, которые она сможет, против которых она будет страдать. И опять же, у нее нет вейв-клира, то есть у Катарины прям ряд проблем имеется. Что у Wild Fairy будет теперь на миде? Wild Fairy — это так, знаешь, ТТП Катарина Лиссандр. Три трик пони. Нет, а Владимир почему забанил? Не знаю, может, против Integration. Integration, кстати, ADMain, нам сказали ребята на аналитике. Она стрелок. Может быть, мы увидим на топе Люцена? Против Олафа? Так это Лисон. А, Мальзахар еще, кстати говоря. Вот можно было вместо Владимира Мальзахара забанить. Хотя Мальзахар на... Опа! Ну-ка, смотри.
Это что, я прочитал, что ли? Читаю пик VX. Как Люцин. Ник, если сейчас будет пикнуть Люцин на топ... Так, так, Юра, дай-ка продолжай. Что вы тогда? Это будет очень здорово. Блин. Но только есть небольшая проблема. Топ, он до сих пор как бы открыт. То есть джасты до сих пор могут, ну... Ну, взять кем, топ-лейнеры. Кем-то контрпикнешь Люцина на топе. Но ты можешь кем-то удобно пикнуть. Это да. Вообще карбу, можно, карбу можно отправить на топ. Вообще можно, можно взять какую-нибудь войну на топ, пободаться с Люцином. Это Райс будет на топе. А, окей. Ну, это, кстати, фомкинский Райс. Знаменитый. В свое время очень неплохой. И... Драфт, конечно, джастов. Ну, он нормальный. Ну, нормальный. Файн. Ник Люцин на топе? Да. Кстати, можно было Олафа на топ. А Фомка Самонерки будет менять или нет? Кстати, у Нонхоли то же самое было. Когда Нонхолис показывали, у него тоже был экзост Клинс. До конца. Фомка, поменяй Самонерки! А-а-а! Как ты оценишь Клинс экзост? Я не берусь это оценить, потому что это тролль. Фомка! Да, он, я тебе говорю, у Нонхоли то же самое было в прошлой игре. А, до конца прям? Да, да, да. Я не знаю, может быть, это баг? Может, это бук? Бук? Да. Может быть, это жук? Знаешь, Юр... Ну, в общем, клинс экзост, друзья. Ты надеемся, знаешь, что это будет так. Знаешь, Юр, откуда... Ты же, наверное, ты знаешь, наверняка. Откуда взялся вообще баг? Почему именно... Ну, вот жук. Ну, насекомое. Да, что это реально был жук в огромной ВМ-машине. Там была проблема, и комп, вот эта здоровая ВМ... Очень сильно залагало. И они стали смотреть, что происходит. И когда они открыли там эти платы, короче, там реально был жук. И из-за него, короче, было замыкание. И поэтому баг — это жук. Понятно. Почему баг называют багом, а не... Ну да, почему баг называют багом. Такая вот история. Мне, кстати, почему-то казалось, что все это знают. Я рассказал, что это очевидно. Это ты у нас такой разносторонний развитый. Да нет. Я даже не знаю, что мне было... Ну ладно. Я думал, что наоборот, ты знаешь. Вот. Драфт. Приоритета нет на миде, на боте. Ботсайд сильнее у джастов. На топе джасты, точнее, не джасты, боевики могут выигрывать игру через топ-лайн. Люцин. Это крайне сильный персонаж в ранней игре в плане давления на топе. Посмотрим. У нас начинается игра. Да, и все-таки Фомка берет телепорт-скачок. Да, я говорю, вот, ну, Холли то же самое было в прошлой игре. Вы видите, все спортс. Против Team Just. Замечательный наш женский коллектив пока без побед идет. Но. Что на одну победу меньше, чем у джастов. Кстати говоря. И мы видели, что мы видели из интересненького. Какой меч красивый. В Иктис очень долго бодались с гамбитами и даже там поубивали их нормально. Посмотрим, что будет с джастами. Миньоны были призваны. Ножницы над... Ножнички, да. Да, ножнички над головой Кармы и Кейт. Уже теперь только Карма. Mm-hmm. По-моему, что-то там ножнички. Очень жестко шотколит Вайлдхарт. Ножнички. Так, пойдет в трибуш, наверное. Там уже стоит тотем. Да. Ну, это, знаешь, типикал. Встречалки такие на трибуша. Они хотят даже так сыграть. Окей. Мирау пытается забрать красное усиление. Ее прогоняют. Хотя... связка Эзриэль и Лу на левел 1 достаточно сильная. Тут могли именно... подраться, честно говоря. Наверное, Олафа боятся, потому что Олаф на левел 1 прям лютый. Ну да. С топором. Угу. Он, кстати, может всех подзамедлить. Он, по-моему, вэшку взял, но не суть. Триана боится, честно говоря, миньонов. И это, кстати, правильный старт за Олафа. Вот, если вы играете за Олафа и стартуете с красного бафа, то W взять неплохая опция, потому что... А я думал, ты имеешь в виду, что это правильный старт за Олафа, зайти во вражеский лес и забрать баф. Ну, это в соло-ку иногда работает, тоже, кстати. Но не лично об этом, а именно о W на Олафе. Если вы стартуете не с синего бафа, а именно с красного, то W — это очень неплохая опция для старта, потому что если вы берете топор, он стоит 60 маны, и достаточно сильно вы просаживаетесь по этому ресурсу. Зев запушивает Wild Fairy. 7-5 уже лидирует по миньонам. Холли фармит. И это то, что будет происходить в целом на миде, потому что Синдра на ранних левелах она сильно продавливает. Ого! Вот это неприятно. Почти забирает Wild Fairy с флеша! Зев! Зев! Погибает! А это казнь.
У него в графе смертей я вижу один ник, так или иначе. Да, это правда. А я вижу в графе Wild Fairy 0. Первый. Так. Драка на топе. Фомка второго уровня. Играет по интегрейшн. Сложный, на самом деле, Люцен на топ-лейне. Запротоколируй введение по миньонам на верхней линии УВ Виктис. Запротоколируй. Все записано. Заку нужно тоже записать. Он прям... Он, понимаешь, для Зака это знаковое противостояние на топе. Он жаждал его. Это... Какое? Фомка против интегрейшн? Да. А, нет, смотри, я думал, ну, ты имеешь в виду по матчапу или ого! Нет? Ого! Скачок нужно прожимать, срочный интегрейшн, но желательно не совсем по прямой, но и этого скачка хватает. Граги и размен скачок на скачок. Топор прилетел. Граги Айс. Ого, на боте! По нижней линии играют со скачка. Все равно не выходит Триана, прожимая исцеление и скачок. Счет 2-0. Это сила Кейтлин Кармы, конечно, лютая линия. Особенно, когда... Ну, то есть Эзреаль вообще не может контестить волну, то есть вы всегда ждете, когда волна уже подойдет к вам. Единственное исключение, наверное, если вам удалось заулынить на левел 2, скорее всего, на левел 2, да. В остальном там шансов особо нет. Ник, запротоколируй ведение по миньону на средней линии. Так, запротоколирован на 2 крипа. Да. В плюсе, в Эльд Ферри. Да. Ну смотри, вот... Ну не доигрывает Зев, получается? Нет, я бы сказал не так. Девчонки, я слышал, что они прям просыпаются, они идут в кастомки, они добивают миньонов, они учатся прям делать ласт-хиты. Питорм. Так. Вайлет Феррис без скачка. А Виторм со скачком. Я думаю, что должен убивать ее. Так, еще топоры летят. Ну нет. И отпуск... на этом все. Ну, пробил неплохо. Хищник был использован не зря. Ну, а еще запротоколировать надо фарм, перефарм лесу. Нет, ты знаешь, мы пока протоколируем одно, другие две позиции уже начинают отставать. Ну... Наших сил, Юр, не хватает на все позиции. Можно запротоколировать введение еще и на саппорте тогда. Вот это да, кстати, это важно. Это да. Так, сейчас будет... Это как в соло-ранке, где играешь, знаешь, у тебя 150 миньонов, а того саппорт зерата 80. И хочется уже вообще все запротоколировать. Да, да, да. Хочется уже... Протокол точности прописать этому зерату. Альтов 4 хочется прописать. Или FF. Так. Заходит Виторм. Подрутали Триану. У Триана нет скачка. Триана погибает. По триггер играют. У нее скачок бьет. Есть. Топор в цель. Ит. Почти добили триггер. Уже 3-0. Вэшку апнули еще, по-моему, в патче... Я не помню, какой был последний. Восьмой. Ну, патч 18-го года. 8-25. Фомка. Фомку можно забрать. Верау заходит. И Фомку забирают. Опа! Вот такие Фомку дела. Забирают. Вот такие дела, друзья. Минус Антоша. Не прощают его девчонки. Но тоже. А мы прощаем их с тобой? Да, Антона можно за все простить. Антон, понимаете, он такой... Опасный. Даже если не простить, то придут представители. Не молодой, я хотел сказать. А Фомка такой молодой. В том патче, знаешь, вот почему-то не, все равно не появляется карма, он у нас на позиции саппорта. Хотя приятно ей дали баф на вэшку. В последнем вот восьмом патче, с чего я начал. Но сила кармы на боте не в вэшке вообще. И... Это правда, но она приятная. Да. То есть карма... Сила кармы в кушке, а потом в ешке. Да, ну да, да. В ку на линии, в е на... не на линии. И в матре тоже в игре. Мантра Е. Да, самая главная ее сила, конечно, это в тимфайтах мантра Е, ускорение на команду. Которые нешли два раза. Да, и правильно делали. И все равно имба. Все равно сильная. Особенно против всяких ауешных комбинаций. Ну там нужно правильно таймить, потому что мантра Е висит сколько оно? 2,5 секунды? Две, по-моему. Там очень две мало. 2,5. Да. Но это не будет нормально. Раньше было броукен, когда, например, щиток Лулы висел в районе 5 секунд. Очень долго сейчас. Раньше ульта Зелена сидела, висела 7 секунд. Да, ну и всего сейчас 5 висит. Она была 10, а потом 7, а потом 5. 10, Ник! 10 — это вообще жесть. Просто бессмертный АДшник летает и стреляет во всех. Это знаешь, вот есть подобные механики, как у Зелена в других играх. Да. И вот в одной из игр, которая считается более казуальной,
Там ульта Зилина длится 1.5 секунды. Да. Что странно. То есть, и вот... Ну казуальность казуальности рознь. Так, Зев. По Мирау можно поиграть. Зев оглушение. Но Мирау не видел. Триана играет. Триана замирает. Однако Зева можно здесь подлутать. Но не успевает Мирау это сделать. Вальдфери подходит. Можно со скачка играть по это Зеву. Риски. Нет, но в такой ситуации Джастам разменивается один в один. Это все равно плюс. Ну, они сейчас вышку заберут. Вышку заберут, свап. Так Рэш играть по Фомке. Ульта. Ой, сейчас заберет Фомочку. Интегрейшн. Скачок, пока еще его нет, а вот у Фомки-то уже есть. Вот там было близко, конечно. Будь Integration Ignite, вот я бы на месте Integration брал Ignite. Если Team Just победят, я очень бы хотел, чтобы интервью взяли у Антона Фомки. Почему? Ну, потому что пока Integration выделяется на фоне... Ну, как-никак, у нее мастер-тир D1 был. И она именно как стрелок, играя на Люцине, который стрелок. Против Райза, который слаб в ранней игре, когда Люцин силен в ранней игре. Думаю, что все логично. Но с другой стороны, Ник, Джасты же сами взяли Райза. Да. Виторм? Нет. Ну, у него есть ультимейт, так или иначе. Ого, он даже подразвернулся. Да, и оглушение Зев. Анхоли Фомка тоже здесь. Еще карма не подали. А, карма для кого? Анхоли. Кушки попал. По интегрейшн можно поиграть. Интегрейшн! Разыгрывает против Фомки и выходит. Размер 1 в 1. Красиво, красиво. А, Ace in the Hole от Кейтлин. Но это нечестно было. Где? Туз в рукаве. Название способности. О, Валит Фейли, это что творит? Играет по Виторму, то, чего она не сделала внизу. Но сделала триггерит сейчас. Но триггер подставляется тоже. Это жесткий оверкил какой-то. Минус триггерит. Жестко. Ну, неплохо огрызнулись вывикиться, на самом-то деле. Но 5000 преимущества уже у Джастов. По-хорошему, Витор должен пойти сейчас на Герольда. Потому что объект доступен. В верхней части карты. Тут тяжело. Фомка прям агрессивно со скачка. Его тут же наказали. У него жажда крови была. Да, здесь такой... триггерит, ну зачем щит-то давать? Щит не надо было давать, потом надо было дать. А знаешь, а Фомка такой, в смысле ты меня выигрываешь на линии? Я же Антон Фомкин, легендарный игрок Старладера. Ого! Вайлдхард почти погиб здесь, помимо всего, погибает Integration. После этой игры, знаешь, ну, там замена, обоюдная замена, Integration переходит на топ в Team Just, Фомка на топ в Evictus. Ох, сильно, это сильно. И снова связка воевиктисовская предыдущего сезона. Борис Фомка. Да. И внезапно начинает побеждать матч против Гамбит и Веги. Да, и ИПГ. ИПГ. И СКТ. СКТ. И Гриффин. Да. Ну, вряд ли. Это уже слишком. И Блейка Гриффин, который баскетболист, он тоже побеждает. Да много кого может победить таким образом. Это прям, знаешь, непобедимость. Как Сержани Браун. У Зев 9 уровня еще с дабл-бафом против 7 и 6 у Трианы и триггерит. Соответственно, такая себе история для девчонок из Evictus. У Люцина скоро будет Боттер. Кстати, хороший очень Power Spike для Люцина. Я уверен, что он против Райза Люцин будет сейчас побеждать. Но главное ему не стоять против даблы в соло. Нужно было Люцина сместить на бот, например. Интернизация хотя... Антона Фомкина, как тебе? Ну. Такая очень агрессивная. Я не одобряю раш ботинок на Райзе. Хотя, наверное, это имеет смысл. Особенно против Люцина. Но в основном норм. Триггерит. Произошел свап, триггерит здесь. Ace in the hole. Погибает триггерит, но щит дает в Integration, а не в себя. Вот так вот. Защитить. Любой ценой защитить своего стрелка. Настоящий саппорт. Да. Респект. Триггерит, я не знаю, обиделась, наверное, на Триану и ушла саппортить другому AD Carry. Ну, понимаешь, как бы это вот счет 2-2, и Люциан... Неплохой он... додж, но Виторн здесь забирает. Integration, да. Что можно отметить? Все-таки Люциан, он лучше работает с Лулу в комбинации. Ой, сейчас Виторма можно забрать. Мирао. Использует Рагнарёк. Виторма скачка-то нет, но есть. Вайлдхард спас.
Хорошо Мирау играет по Виторму. Красиво. Так вот, с Лицаном Лулу работает лучше в комбинации, нежели из Реаль Лулу. Поэтому такой выбор он здесь вполне читается. Плюс из Реаль может соло стоять. Люцану посложнее против даблы стоять соло. Но смещается на топ. Тут Герольд. Герольдом могут вообще дров наломать джасты, потому что сейчас с ресета все пойдут по миду, например, и могут вообще попытаться продавить сильно. 5-0-4 Кейтлин. Урона огромное количество. Тут одна Кейтлин не будет даже пытаться что-либо сделать с вышкой, потому что там все-таки хоть и 0-6, но вдвоем. И уже есть редемпшн, кстати говоря. Я слышал, что джасты хотя хотели играть очень агрессивно и хотели прям на рекорд идти по скорости игры. Не все джасты, видимо. Ну, видимо, не все, да. Вот. Пока этим даже близко не пахнет. На топе 0-2. В лесу 1-2. Да. Пока даже не близко. Понимаешь, очень плотная катка. И, кстати, математика в том, что как бы 2 плюс 2 плюс 1 равно 4. Да. Юр, это была сильная, Юр. По этой конкретной игре. Это сильно было. Да. Так вот, я помню, когда разговаривали, джасты, если бы они хотели быстро закончить игру, то они бы не брали Райзана топ. Зикса, они бы пикали Зикса, да. Здесь они прям респект, это очень хорошо. Валхард без скачка, Валхард встревает, и Матра В использует, Анхоли играет по Вайлет Фейри, это минус один, но и Валхард тоже погиб. Ну там безумные криты просто от Анхоли. Да, Ace in the Hole! Даблкил, триплкил. Ингрейшнс не дефает. Ну а как здесь задефаешь? Надо было принять Ace in the Hole. Анхоли! Анхоли танк? Получается так. Он машина. Анхоли машина, он идет, его не остановить. Нет, здесь не пахнет никаким, ну, рекордом, да, потому что... Какая у нас была самая короткая игра наша? 17-13? Там что-то, да, 17 с чем-то. Ну а здесь уже 15-0-0, и пока еще... Ну да, да, да. Даже одно Т3 не упало. Даже не близко. Ну, тут попробуй. Нет, безусловно, даже, ну, нечего говорить. Сейчас Team Just колоссальные преимущества имеют, потому что... Ну да, джасты, ну, я бы не сказал, что они чисто играют. То есть это аркада. Нет, дело не в чистоте, дело в преимуществе. 10 тысяч на 16 минуте, это, естественно, да. Ну, просто невообразимо огромное преимущество. Фомка 0-2, 0-2-1. Тем временем. Команда тащит. Фомочку. Да. Мне кажется, что после этой игры... Ну, у него КДА 0.5. Да. А КДА у Integration 1.33. И вообще у X... КДА там 0.52. КДА у Мирау 2.5. Да, кстати. У Мирау вообще почти каждую игру с хорошим КДА играет. Даже несмотря на то, что X проигрывает свои игры. Так, кто? На Сиджуане у него там хороший КДА был. Да не хухры-мухры тебя. Знаешь, то чувство, когда у Анхоли КДА бесконечный, но если поделить на 1, то 12. Так. На саппорте 10, на миде 8, в лесу 4.5, а у Фомки 0.5. Ну, Фомка, и тут, понимаешь, Фомка дизреспект. Это правда. Он не ожидал, что его так накажут. А интегрейшн очень круто сыграл. Так или иначе, свежая кровь в Эвикте сработает хорошо. Конечно. Пока что по одной игре. Конечно, выводы по одной игре делать — это такое себе. Ну да, тем не менее, Люцин зашел очень хорошо. Тут, кстати, Зев без ман, но у него... Шар катится как быстро. Зев. По Зефу можно сыграть. QSS. Собирает Зев. QSS. О, Absolute Zero. И сыграть уже не особо, собственно говоря, и можно, получается. Шмирау замедляют, это минус 2. Джастер берет минус 2. Барон они взять не могут, потому что его еще нет. Ну, знаешь, бывают такие игры, когда ты вроде вот сильно отстаешь, ты думаешь, ну, сейчас враги возьмут барона. Анхоли забирает одного, по триггеру будет играть, но замедление. Ой, Анхоли, красный баф работает, еще естественно. Какие жесткие криты. Даблкил соло делает Анхоли, расфиженный, 8-0-4 он был. Теперь стал 10-0-4. Ну, там, понимаешь, из Реаль, Сорки, Манамун, даже не Мурамана, там Анхоли, Зерки, два клинка. Да. Инфин, Доран и пушку. Зерк и два клинка. Да. Два клинка у Зелота. Зерк и Зелот. Ой, джасты давят, да? Жизайрник. Жизайр, да. Энтаро. Энтаро самовар. Ой, Вайлет Фейри. Не получилось урон. Пассивочка Мальза. Броукен.
Джасты будут давить по всем фронтам, кроме, наверное, линии, где стоит Фомка. Хотя даже на той линии будут давить. Энтара Аду, кстати. А, там по-разному. В том числе. Да. Очень быстро Фомка бежит, фармит своих мобов с двумя облачными драконами. Энтар — это вообще вроде во славу или что-то этого. Периодически ему кажется, что впереди него какие-то преграды, поэтому он кидает. А он стакает эту капельку. Он пытается пробить стену. Скин, кстати, дядюшка Фомочка. Зя! О, это стакает. Помнишь, был ролик, как он назывался? Да, Twist of Fate, а была пародия на него. Да. Там мне показывают Райза, который бежит на стак. Бежит, да, его блокируют, такой зя! И падает. Да, был такой Фомка. По Фомке играют! Фомка! Фомка погибает! 0-3-1! Антон! Ой-ой-ой-ой-ой! 0-3-1! Такие дела. Играют по интегрейшн, забирают интегрейшн, забирают триггеры. Здесь Вивиктису уже, конечно, коммитится. Но какой ценой достался этот трипл килл для команды Team Just? Опа. Так Фомку потеряли? Да, минус 4. По боту можно играть дальше, можно ингибитор брать. Еще Кейтлин триплу забрала. Тут прям, конечно, Анхоли 13-0-5 уже. Жестко-жестко играет. Это Фомка на базе, на фонтане. Его в руническую тюрьму заточили, и он пытается из нее выбраться, но пока не получается. Когда тюрьма? Знаешь, когда тюрьма? Когда Райс? On me now. Да. Ну, в общем, в России Фомка сейчас одолеет. Ну, смотри, да. Зато фармит. Фармит плюс... Не, ну просто шанс того, что его убьют в России, он гораздо меньше. Это факт. Это факт. Хотя, после того, что было с Фомкой в этой игре, я... Ты бы поставил на в России. Не деньги. Ну, естественно. А что бы ты на них поставил? На России? Самовар, которому Энтара? Ну, навряд ли. Не знаю. Я бы Барон не... спавнится, инстантный старт барона от Team Just. Поставил бы барона. Кого? Барона. Барон. На России. На России, да. Если поставить барона на России, он же их раздавит. Ну, смотри, как поставить. То есть аккуратно ты поставил. Очень. Осторожно. Джентли. Вороны заберут джасты, скорее всего. Да, забирают. Контеста даже нет. Люцин отпушивает осадных миньонов на нижней линии. Был телепорт у Integration. Вот я говорю, вот если бы Ignite был у Integration, там вообще Фомка 0.6 был бы. Но знаешь, самое главное, есть позитивные моменты. То есть, вроде как мы летим 6.23, но зато Фомку можно пофармить. Ник, а мы с тобой на Open Cup комментируй, когда ты сказал, что собирают Essence River, кстати, на Люции. Да, я. Я что-то посмотрел, вообще ни одной Essence River не увидел. Ну, там это Лодик собирает. Mm-hmm. Не, ну, может, солранки где просто... Ну, Лодик собирал на LCL прям. Ага. Но и Black Cleaver тоже берут. И то, и другое файн. Так, инициация. Выходит Team Just. А нет, хотят контрацидент. Помирал. Играют Витор, очень мало здоровья. Очень агрессивно играют. Здесь шотают буквально Integrations. Триана! Критуля там сочная залетела. Вот это взрыв. Минус Триана. Минус триггер. Тогда Мирал остается жива. В принципе, можно заканчивать. Можно, конечно, и пойти на облачного дракона сейчас развернуться. Но можно и закончить. Фомки можно на фонтан забежать. Да. Ну вот и... Вот так вот. Джасты. За 22 минуты. Фомка пытается. Сейчас Фомка на фонтан. Давай. Нет. 0-3-1 Фомка, кстати, до сих пор. И Team Just одерживает победу в этом противостоянии. Эта игра был челлендж для Фомки. Челлендж или кошмар? Челлендж. Понял. Может быть, челленджер? Фомка, челленджер. Вот Зак расскажет как раз на аналитике о том, что Фомка — это игрок ранга претендент русского сервера. А Integrations проходила промо на мастер на Вести. Вот, дорогие друзья, мы видим. Вот мастер на Вести показал себя. Ну, игра была односторонняя. Были свои плюсы, конечно, в игре Вивиктис относительно их предыдущих игр.
Ну, да, были светлые пятна, точно. Светлые пятна и на топе было хорошо все. И на боте нехорошо было, но, опять же, связка жесткая, тяжко было. Вот, а... Как-то суховато, Антошка, суховато. Стоп-лейнером, Виктис. Суховато. Да, Юр. Ему так было на топе всю игру. Да, ну вот так вот. Джасты забирают карту. Ну, вообще, молодцы ботлайн. Анхоли с Вайлдом. Они прям давили всю игру. Прям они сделали буквально весь early, весь переход в мидгейм. Что касается джангл презенса, то Виторм был на миде. Он не сказать, что Виторм как-то сильно прям заролял в этой игре. Зев поддавил. Но бот, мне кажется, прям ключевую работу выполнил в этой карте. Да, и поэтому такая простая игра, поэтому большое колоссальное преимущество по золоту, 22 минуты. Достаточно простая игра была для команды Team Just. Team Just зарабатывает второе очко в первом полусезоне своем. Для них этот полусезон уже окончен. И они сыграли 7 игр со счетом 2-5 и НИО. Будет интересно, что Джасты покажут сегодня против М19. Понятно, что вот этот драфт, он... Не факт, что... Может быть, это лишний раз показывает, что Фомке надо танков давать, а не керри героев. Но это уже... Ну, это уже как бы другая история. Будет интересно понаблюдать, какой драфт будут Джасты делать против М19. Потому что тут, да. Следующая игра обещает быть жаркой. ИПГ Гамбит. Посмотрим, кто одержит победу. ИПГ 7-0. Гамбита пока 4-2. Мы уходим на небольшую паузу, после которой вернемся к замечательным матчам.